На продаже пива несовершеннолетнему попалась продавщица магазина в одном из сел Кузнецкого района, за что и поплатилась. На нее был составлен административный протокол. Кроме того, в магазине были выявлены факты незаконной предпринимательской деятельности. На следующий день продавец и хозяйка торговой точки были вызваны в полицию к инспектору по делам несовершеннолетних. На указанное время продавец и предприниматель не явились, а вместо них в кабинет инспектора зашел мужчина, представился отцом предпринимателя. В ходе беседы отец хозяйки дал взятку инспектору по делам несовершеннолетних за несоставление административного протокола и прекращение дальнейшей проверки в отношении данного магазина. Улаживание проблемы мужчина оценил в 30 тысяч рублей. Ровно столько же составлял размер штрафа за административное нарушение. Инспектор от денег отказалась, о незаконном предложении сообщила руководству. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Дело с обвинительным заключением по статье 291 направлено в суд. Обвиняемый свою вину не признал, пояснял тем, что он платил штраф на месте. Теперь жителю Кузнецкого района грозит штраф до 60-кратной суммы взятки или лишение свободы до 8 лет. Людмила Варфоломеева, Лариса Златогорская и Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день».